18 января православные верующие отмечают крещенский сочельник, канун крещения. Во всех церквях совершается великое освящение воды. В регионе организованы 85 специально подготовленные проруби. В Ульяновске омовение можно будет совершить в купальнях, расположенных в районе автомеханического техникума, на улице Шолмова в микрорайоне Свияга, в поселке Ленинский рядом с кафе «Роза ветров», в парке 40-летия ЛКСМ, в поселке Белый ключ, в Свияге на набережной Улгу и в селе Арское. С 22 часов 18 января до 6 часов 19 во всех организованных местах купания будут дежурить городские и областные спасатели, медики и полицейские. Участникам купания не стоит забывать о некоторых правилах безопасности. Да, я бы советовал при себе иметь тапочки, потому что передвижение по льду оно опасно, можно поскользнуться и травмироваться. Необходимо с собой иметь желательно горячий чай, а не горячительные напитки. И находиться в проруби недлительное время, достаточно находиться не более 30-40 секунд для того, чтобы не получить переохлаждение. Не стоит забывать и о том, что купание детей без сопровождения взрослых категорически запрещено. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку и пробежку.